что-то с собой нет. Я думаю, что лучше забрать твое оружие. Вы только посмотрите, мальчик-фермер, ты как раз вовремя. А кто ты вообще такой? Это не твое. Если... Что тебе от меня нужно? У тебя... Золото? Возможно. А у тебя? Да ты... Я не могу тебе помочь. Нет, ты не хочешь мне помочь. Я запомню это, будь уверен. Ну подожди... Убери оружие. Пусть это послужит уроком для него. Еще одним монстром стало меньше. Даже не пытайся поднимать оружие против меня. Золото. Золото никогда не помешает. Даже не пытайся поднимать оружие против меня. Да у тебя даже нет золота с собой.
голова. Не делай этого больше!